Приветствую, друзья, на канале CrossOutLovers. Сегодня в видео у нас будет рубрика «Повезет, не повезет». Давайте посмотрим, повезет ли нам сегодня и что же соберет нам автосборочка в сегодняшнем видосике. Так, вау, что-то на Птуре, ну-ка. Вот это колхоз, вот это я люблю. Итак, разрыватель. Медиана. И, пожалуйста, полным комплектом вишенка на торте Птуром. Ой, если здесь еще и газген стоит, это будет просто бомба. Конечно, куда ж без газгена? Вах, какой офигенный генератор. Смотрите, у нас тут газген, разрыватель, просто каких-то бочек натыкано, боезапасов вообще, радаров. Что это? И это все на 9000 Ом. Это просто прекрасно. Смотрите, как у нас все стоит. Да, такого колхоза еще не было давно. Ну, давайте посмотрим, на что он способен. Знаете, что мне еще больше нравится? Это то, что Птур, Медиана, разрыватель. У меня все стоит на одну кнопочку. Это просто офигительно, что я могу сказать. Ну, я не знаю, как я буду Птуром, Медианой стрелять и не только. И еще и разрывателем успевать что-то делать. Так, короче, Медианой стрелял, полетел. Так, не знаю, я на Птуре катался, фиг знает когда, если честно. Так, о, я попал с Медианы, прикиньте. Блин. Так, неудачное у нас тут место. Мне бы просто куда-нибудь в другое хотя бы паркануться. Блин, как я буду стрелять-то сейчас с этого Птура и Медианой сразу? Так, они меня боятся, смотрите. Держи, ай, как классно. Так, держи, это тебе. Нормально, что-то у него там отвалилось. Тур полетел. Мне сейчас еще осталось еще упасть с обрыва. Это будет вообще классно. Так, давайте по одному, пожалуйста. Вот так вот. Короче, я стараюсь сначала еще и... Быстрее. А, вот и минус Тур, в принципе. Нет Тура, нет проблем. Офигеть, как бочка классно стоит. Так, разрыватель, ты должен хотя бы один раз стрельнуть за бой. Я верю в тебя. Так. Да, медианчик с меня тоже еще тот. Привет, палачист. Здорово, бойся. Так. Ну-ка, стоять. Давайте. Разрыватель начал стрелять, это совершилось. Я чувака домучил, можно так сказать. Давай, Медиана, стреляй. Чувак, наверное, поражается моей гениальности постройки крафта. Так. Чувак, поехали со мной вместе. Давай. За мной. Давай, чувак, еще и вместе упадем. Будет вообще офигенно. Так. Прикол будет, если я его реально столкну. Это будет вообще очень угарно. Так. Я, конечно, попытаюсь что-нибудь с ним сделать. Так, давайте взорвемся. Если я успею, конечно. Я, кажется, не успеваю. Давай! Я все-таки успел! Я, интересно, еще сколько очков за бой получил. И я уверен, что у меня даже не самое последнее место по команде, что самое угарное. У меня, мне кажется, место шестое, может даже пятое. В общем-то, сейчас посмотрим. Нас на парсерах катают тут. Ну, на парсерах я не видел уже давно народу на дроне с парсерами. Ну, не знаю, как сейчас парсеры, кстати, катаются. Вот и все, брателло, приехал ты. Давайте, добивайте его. Да, у меня нанотехнология, а не крафт, если честно. Так, ну и что у нас тут? Сколько очков за бой, мне интересно. Поражение. У нас 532 очка за бой и пятое место по команде. Ну это вообще полный угар. Давайте теперь соберем второй колхозище. Итак, что у нас тут? Вау. Газель со штырем. Ну, это, в принципе, я думаю, неинтересно. Столько газелей у нас уже было миллиарды миллионов раз. О, вот это жесть. Зачем такой огромный танк на филинах? Вопрос, которые у нас очень классно защищены. Еще и сокол, и аннигилятор. Так, а здесь у нас, конечно же, газген стоит. Куда же без газгена? Без газгена далеко не улетишь. Так, что у нас тут? Да и ровным счетом-то больше ничего. Созер только стоит и все. В общем-то, еще один офигенный крафт. Погнали его тестить. Так, ну, у нас здесь тоже правило одной кнопки работает. У нас и созерцатели, и все дроны, короче. Но мне же никто не разрешает кнопочки еще менять. Поэтому мне приходится как-то так кататься. Здесь хамелеон как бы есть, но его как бы нет, так сказать. Так, аннигилятор давайте запустим. О, здорово, это тебе, мистер Батяра, какой-то безумец. Давайте. Это ходячее мясо, это чисто его можно на...
Просто очки за бой фармить. Смотрите, мы сколько с него подняли. 227. Так, аннигилятор бы куда-нибудь запустить. Так, это чужой огонь? Да, это чужой огонь. Давай, 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 быстрее. Так, понятно, уже поздно. Давайте на перезарядочку они пойдут. Все хорошо. Меня нету! Меня нету, пацаны. Я тут вообще не при делах. Давай, 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 перезарядка быстрее. Так. Капкан, ты тут нафига стоишь? Танковые гусли, кстати, я на них очень мало катался, на самом деле. Так, союзы, помогите, пожалуйста, завалить. У меня тут это, перезарядка. Давай, давай, быстрее, 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 быстрее. Фас. Не знаю, кого-нибудь фас. Вот этого фас. Все, полетели ракеты. Аннигиляторы, тормозите. Сейчас ракеты его как прилетят, просто там вообще жесть будет. Мне в спину еще, правда, стреляет. Не очень классно. Так, гаси, гаси его. Реально, слушайте, урон-то фармится хорошо. Мы его сейчас даже загасили. Да, давай, чувака, взорвали. Прикол. Так, перезарядка нужна срочно. Так, хамелеон, меня нету, перезарядка. А мы вдвоем с чуваком остались от походу поражения. И там уже кто-то едет, к сожалению. Давай, быстрее, перезаряжайся. Мне, по сути, эти дроны вообще отбить очень легко. Мне кажется, сейчас даже перезарядиться не успею. Давай, быстрее, 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 запусть. Все, я один остался. Так. Здорово. Это тебе. Минус один дрон. А, он их сбивает тупо. Вот и все. Один сокол остался. А другой у меня вообще просто он отбил. Так. Ох, как офигенно-то, слушай, вообще. Что-то там взорвалось. А, это Газген взорвался. Газгенушка наш любимый. Опять у нас 532 очка за бой. И второе место по команде. Офигеть, я на нормальных крафтах обычно так не делаю. Ну, ладно. Ладно, колхоз тащит. Ох, это что у нас за спорткарчик такой? Ну, спорткарчик, кстати, такой весьма неплохой, я думаю, будет. 5500. Только непонятно, какие колеса здесь, зачем. Так, ну ладно, давайте я хоть одинаковые колеса поставлю. А что мне? Один в скине, другой не в скине. Так. Я не знаю, как они, правда, стоят. В принципе, если они по-разному стоят, да пофигу. У меня все равно такой крафт нанотехнологичный тут. В принципе, ставь, не ставь, все равно получится колхоз. Так. Ну... Я буду, не буду, наверное, что-то менять, потому что, в принципе, чтобы что-то здесь поменять, здесь надо пересобирать весь крафт. Так, у нас здесь имеется даже нерпа. Нифига себе! Автосборка научилась нерпы слить, даже хамелеон, гепард. Ну, это у нас прям какая-то заряженная такая тачка будет. Ну, давайте посмотрим, на что она способна. Ну, я думаю, это будет такая классненькая тачка, быстрая, маневренная, возможно, даже живучая. И, кстати, у нас сейчас появилось очень много идей разных по кроссовичу, то есть что снимать. И я снимаю сейчас все в основном с подписчиками. И кто не знает, у нас есть Discord-сервер свой, там я пишу, когда что я снимаю, приглашаю всех на съемки. В общем-то, кто хочет, может быть, в съемках участвовать, просто пообщаться. Есть ссылочка в описании на Discord-сервер. Можете переходить и, в принципе, знать, когда и что я буду снимать. Так, ой-ой-ой-ой. Ну и, в принципе, сможете со мной пообщаться. Поэтому, кто хочет, переходите по ссылочке в описании. Блин, мне что-то так вообще разнесли. Всю тачку мою. Быстро. А мне что за один поворотные колеса? Вообще прекрасно, слушайте. Вот. Автосборка. У него, по-моему, даже на решеточке Егоза стоит. А вот колеса неповоротные поставил. Ну, конечно. Так. Давайте. Вот, просили обзор на молотобой. Вот, пожалуйста, вот он, молотобой. Молотобой? Молотобой, конечно. Так, давай, союз, вставай. А, это бот. Только сейчас заметил. Вот. Своей шилкой, блин, тут. А! Егозу отстрелили! Зараза! Он еще и взрывается. Так. Ладно, пофигу на него, надо вот есть. Живите, пацаны. Так, у нас базу берут. Я не знаю, что делать. Я с одним молотобоем, который искрится и без брони, мало что сделаю, наверное. Так, пацаны, сюда, пожалуйста, езжайте. Я думаю, там один чувак. Это бот. Сразу видно. Причем без пушек. Ой! Привет, слушай. Вот это очень плохо. Так, это прям очень плохо. Кто там с пушками? Вот у него один очаг. Если я его отстрелю, будет вообще удачно. Потому что все остальные без пушек. Ой-ой-ой, турелька, блин, союзы, помогите. Так, вроде как кто-то там приехал. Или бот, или кто это. Кто приехал, база? Это бот. А все остальные союзы у нас захватывают базу. Ну гениально, что могу сказать. Испилитель ничего не сделает. Ну вот и все, в принципе, проиграли, к сожалению. Ну слушайте, было хорошо, вроде как мы так фигачили. 1000 очков за бой даже нафармили. Второе место по команде. Мне нравится то, что у нас МВПшку. Ну не МВПшку, а первое место занял. Знаете кто?
Занял его, а Шлей просто, это бот. Он троих удел, я не знаю, как он это сделал. Он лучше нас играет, в общем-то классно. Поехали собирать следующий крафт. Так, что у нас соберется, я даже не знаю. Ну-ка. Вау. Это что? Это мистер Оса. Вот кто-то тоже давно просил на Осах что-то сделать. Вот, пожалуйста. Причем такая сборка, она не самая плохая из автосборок. Давайте посмотрим, на что он способен. К нам, кстати, подключился наш подписчик. Он тоже собрал автосборочку. Но, как я понимаю, у него очень много всяких дронов. Вот, и у него прям постоянно собирает что-то с дронами. Ну, вот такое расположение, как у меня с осами, я не знаю, мне не нравится, просто потому что не всегда можно попадать. Ты можешь стоять в упор к чуваку, но при этом стрелять ты не сможешь. То есть меня это бесит. Но в некоторых случаях зато их практически не отстрелить. Давайте попробуем с горы понастреливать. Ага, у нас вон там клиентики. Вот. Так, на ракетах я последний раз фиг знает когда катался, если честно. Так, вот вообще, что мне собирает автосборка, я постоянно, она выбирает, видимо, мне оружие такое, на котором я давно не катался. Так, давай. Да что такое-то? Вот как раз я и говорю про это расположение, не всегда можно просто-напросто попасть. Ага, вот этот чувак, ну-ка, стой! Стой, чувак! Постоянно прицел скачет, когда попадешь, когда не попадешь... Стоять! Есть, добили, хорошо. Так, идем дальше. Если, причем, я даже в упор приеду, и меня будет под уклон не тем стоять оса, я вообще в упор не смогу стрелять. Это самый прикол в этом. Так, поэтому я никогда не ставлю под днище всякие осы. Если уже делаю, то на осах бункер. Так, я смотрю, вон там у нас либо ботяра, либо просто игрок катается. Мне кажется, это бот. У нас базу берет тут, зараза. Да, это бот. Он там гренадера сейчас или прихвостня выпустит. Так, прихвостень. Давай. Да что, ё-моё, я стрелять не могу. Как-нибудь, я не знаю, мне надо на гору залезть, что ли, правильно. Мне надо под углом к нему встать как-нибудь. Так, есть, я могу стрелять наконец-то. Только меня сейчас уже грохнут. Так, отстаньте от меня. Так. Союзы меня сейчас уделают, бот. Можете помочь, пожалуйста? Меня бот уделает. Это будет вообще угарно, если реально так и будет. Привет. Да. Офигенно, что могу сказать. Вот офигительное просто расположение ос. Советую всем поставить под днище. Берешь в упор, приезжаешь и не можешь стрелять. Офигеть не встать. Да, ну добейте этого бота. Только вот я не говорите, что сейчас еще и Хайраст проиграет. Вот это будет просто, я не знаю, какая-то... Просто сенсация какая-то будет. У нас бот уделает всю команду. Нет, все-таки он его уделал, добил. Так, у нас на С. Мы выиграли наконец-то. А то у нас все поражение. Боты нас уделают. У нас 1109 очков за бой на автосборке. Практически даже второе. И третье у нас. Мы одного даже загасили. В общем, вот я просто в шоке, что автосборка творит. Давайте теперь соберем последний крафтец. Итак, что нам сегодня она... Напоследок оставила. Ох, нифига себе, ничего себе. Даже одинаковые пушки, такое бывает. Вот это прикол. Даже собрано не прям, ну прям так. В принципе нормально. Давайте посмотрим, что у нас здесь стоит. У нас здесь стоит боезапас, даже стоит заряд. Да ладно, не газген, это совершилось. Ну и в принципе-то и все. Так, у нас здесь решеточка стоит. Это понятно. Конечно, на решеточках, все зашибись просто. Решеточки, не слышали. Тут стоит на боезапасе. Ну ладно, сойдет, короче. Ладно. Поехали на 6790 на вот таком вот большом броневике. И посмотрим, на что он способен. Так, самый прикол в том, что у нас, блин, здесь палачи даже разделены на две кнопки. А когда у меня, блин, созерцатель там, я не знаю, с дронами и так далее, на одну кнопку стоял. Да нафига, нормально, удобно катать, чё хоть тебе, зачем тебе разделять кнопки, и правда. А вот когда два палача стоит, то надо разделить, конечно же. Это же важнее, какой-то там созерцатель на одну кнопку с дронами, это совершенно другая фигня, обычное дело. Так, так, слушай, чувак, давай ты кислоту отправляешься, до свидос, нормально с палачей так зарядили. Ну, броневик, кстати, в качестве арта прикольный, только колеса как-то странно стоят, они выпирают аж. Здорово, братва, здорово! У меня этот броневик, танк какой-то, пошли на таран. Так.
Бэээ, блин, один снаряд никуда полетел. Ой-ой-ой, офигенно. Если палачи можно, так сказать, потерял. Так, держи, это тебе. Назад. Я просто как паровоз проехал, всех шип здесь и всех пушек лишился, но протаранил красиво. Так, палач, живи, пожалуйста, каким-нибудь образом. Так, стоять, не высуйся тут. Так, давайте наверх, потому что, мне кажется, мне здесь хана. Давай, броневик, заползай. Так, стоять. Вот, нет, опоздал. Так, тебя добить там, да, надо. Все, блин, все, нету тебя, хорошо. Ой, тут братва есть, давайте их сталкивать попытаюсь. Это союз! Блин, я его подловил, короче, пацаны, давайте. Я его поймал. Офигенно. Так, давайте еще раз так сделаем с кем-нибудь. Второго. Ой, фигач, фигач. Я понял, их так буду, короче, гасить. Давай, гаси его. Или столкнем его. Ты че, нашего союза так прям покромсал? Хорошо, там сзади еще едут. Но он сюда не решился назад ехать. Так, давай вниз. Нельзя к нам ехать. Я буду, короче, великим сталкивателем. Сталкивателем. Так, ну-ка, давайте. А ты попробуй заесть сюда, да-да-да, давай, все, вот тут стоять, нельзя тебе сюда. Так, давай. Заезжай. Да, конечно, я тебе, фиг тебе, ты проедешь. Так, вот, все, поехали. Я не успею, правда, наверное, взорваться, давай, пошли. Взрывай. Блин, ну это было угарно просто, мы всех ловили, что-то делали. 802 очка за бой у нас, и... Первое место среди всех. Мы даже двоих уделали. Короче, автосборка тащит, реально. Вот последний броневик мне прям зашел. Такой прям, не знаю, какой-то паровоз, которому на все пофигу. Малоумный паровоз, причем и с двумя палачами. Нафигачит классно. Так-то этот крафт прикольный, потому что это арт, конечно, собран в каких-то моментах он неправильно, но это малый ом, и он, в принципе, все прощает. Поэтому я считаю, что даже на таком крафте можно что-то даже, что-то сделать. Конечно, не так эффективно, как будет на кувалдах, там, с рыком, правильно построенный крафт. Но так чисто пофаниться можно. А, в общем-то, вот такие крафты нам сегодня собрала автосборочка. Просто это с каждым разом все интереснее и интереснее собирает. Пишите в комменты, на что сделать следующий видос. Ну и добавляйтесь в наш Discord. А также у нас есть группа ВКонтакте. Там тоже ссылочка есть в описании. Кто хочет, можете добавиться. Ну это сегодня все. Если понравилось это видео, прожимайте палец вверх. Буду рад вашей подписке. До новых встреч. Пока.